Добрый вечер. Вас приветствует информационная служба новостей телекомпании БукТВ в студии Татьяна Романюк. Об основных событиях и мероприятиях, которые произошли в регионе, вам расскажут наши корреспонденты. Как известно, за молодыми будущее. Они источники творческих идей и нестандартных планов, которые, благодаря новому взгляду на уже сложившиеся вещи, активно внедряются и реализуются. Брещина богата молодыми талантами. Эти спортсмены и музыканты, ученые и публицисты, актеры и певцы каждый день усердно работают для того, чтобы регион был известен не только в Беларуси, но и в других странах мира. Зачастую таланты молодых открываются еще в школьные годы. Поэтому главная задача педагога, который сопровождает юного человека на пути к новым знаниям, вовремя разглядеть способности и помочь их развить. 26 декабря в Брестском городском исполнительном комитете руководством города были награждены самые настойчивые и целеустремленные ребята из средних общеобразовательных учебных заведений Бреста. Побывала на мероприятии наша съемочная группа. Школьные годы – время открывать себя. Кто-то начинает увлекаться химией или физикой, кто-то развивается как спортсмен или музыкант. И именно в это время закладывается потенциал на уже самостоятельную взрослую жизнь. Старшеклассники начинают выбирать себе будущие профессии, поэтому активно готовятся к поступлению в среднеспециальные и высшие учебные заведения. Руководство города понимает, насколько важно поддерживать молодежь именно на этом этапе, поэтому организуют совместные встречи и диалоги. Не стал исключением и прием одаренных молодых людей в Брестском городском исполнительном комитете. На встречу с представителями городской вертикали были приглашены лучшие учащиеся школ, лицеев и гимназий города над Бугом. Не случайно мероприятие проходило в преддверии Нового года. Это хороший повод подвести итоги уходящего 2013-го, а также наградить самых целеустремленных и настойчивых. Вы в течение этого года доказали, что вы, наверное, настоящее будущее и нашего города, и нашего государства. Подтверждение этому чуть позже я вручу памятные подарки от Брестского городского исполнительного комитета, от города за вашу учебу, за ваш труд, за то, что вы уже в этом возрасте прославляете наш город. Я хотел бы пожелать вам, чтобы вы не останавливались на достигнутом. Есть такая поговорка, что продолжение всегда должно быть лучше начала. Поэтому то, что уже достигнуто вами сейчас, пусть это будет тот фундамент вашей будущей жизни. Я участвовала на конкурсах разных масштабов, от городских до международных, и занимала там призовые места. С раннего детства родители заметили, что у меня есть способности к музыке. Я просто подбирала песни на фортепиано, мне это очень нравилось. И они видели, что я хочу этим заниматься, и отдали меня заниматься музыкой. Во время встречи представители городской вертикали неоднократно отмечали, что молодые люди – это не просто генераторы новых идей и задач. На этих серьезных и талантливых ребят возложена большая ответственность – строить будущее своего региона, своей страны. Однако праздники, такие как Новый год и Рождество, это повод немного отдохнуть и расслабиться, а также получить достойные награды и подарки. Обладателями премии специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов стали 5 учащихся учебных заведений Бреста. Кроме того, представителями городской вертикали были поощрены те ребята, которые активно и плодотворно трудились и учились во время учебного года. 20 заслуженных планшетов обрели своих хозяев. Каждый из нас хорошо понимает, что легко исполняется желание только в сказке про золотую рыбку, а далеко ведь не каждому удается ее выловить. И только своим упорным трудом, желанием к достижению цели и обозначением этой цели, своим терпением, усердием можно реально воплощать задуманное. Я всматриваюсь в ваши лица, смотрю в ваши глаза и очень хорошо понимаю, что в этом зале сегодня собрались настоящие трудящие. Я считаю, что физика играет довольно-таки важную роль в нашей жизни, так как при развитии физики открывается бесконечное количество возможностей. А выбрал я именно данный предмет благодаря своему отцу, который тоже являлся победителем различных олимпиад по физике. Ну и как-то пошло так дело. Решил, что хочу пойти в БГУИР и на факультет нанотехнологий, потому что я считаю, что это одна из передовых
отрасли физики. Награды нашли своих героев, однако за этим красивым и торжественным моментом стоит огромная работа и долгий кропотливый труд. Поэтому заслуженные подарки и поздравления – это отличный стимул для новых начинаний и свершений. Это хороший повод сказать молодежи о том, что их открытия и начинания будут поддержаны и оценены по достоинству. Красочный концерт стал ярким продолжением встречи. Все сегодня в честь талантов. Приятной неожиданностью для ребят стало музыкальное поздравление от известной брестской группы «Спасение». И это были не все сюрпризы, подготовленные представителями городской вертикали. В фойе после торжественной части ребят ожидали сладкие подарки, которые они получили из рук главного героя новогодних торжеств Деда Мороза и его верной спутницы Снегурочки. Зимняя пора в городе над Бугом традиционно ознаменовывается десятками мероприятий, приуроченных к празднованию Рождества и Нового года, в числе которых и детские утренники в школах и дошкольных учреждениях. Накануне администрация Ленинского района города Бреста пригласила детей с ограниченными возможностями, а также детей-сирот, на благотворительную праздничную елку в Академическом театре драмы. Подробности детского праздника в материале Анастасии Стропко. Волшебное представление, сладости, переливающиеся огнями елка, сказочные герои и море детских улыбок. Именно такая атмосфера царила накануне вечером в Брестском академическом театре драмы. Новогодний утренник для детей, которые проживают в Ленинском районе города, подготовила администрация совместно с предприятиями и организациями. Дети особенно верят, что под Новый год происходят самые настоящие чудеса, а потому проведение подобных мероприятий уже давно стало доброй праздничной традицией. Все мы ждем чуда, что греха таить, взрослые тоже, а дети тем более. И для них праздничное настроение начинается уже с момента проведения новогодних утренников и вот такое мероприятие, как сегодня у нас. Но, скажем так, а дети, которым в жизни не совсем повезло, у них есть какие-то проблемы, возможно, неполные семьи, возможно, какие-то проблемы со здоровьем. Конечно, эти дети еще больше верят и надеются на чудо. Вот таких детей мы сегодня и пригласили на нашу елку. Это новогодняя сказка для особых детей. В этом году на районную благотворительную елку были приглашены 632 ребенка. Это дети-сироты, дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей. Устроить настоящий новогодний праздник для них уже не первый год помогает Ленинская районная города Бреста организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Уже традиционно из года в год общественная организация «Белая Русь» Ленинского района поздравляет с этим самым главным нашим праздником, с Новым годом, наших ребятишек, детишек, которые проживают в Ленинском районе. И мы всегда ищем какие-то варианты, чтобы найти изюминку, чтобы их как-то создать настроение, создать колорит этому празднику. И, на мой взгляд, это нам удается. В этот вечер праздник получился большим, но домашним, как и подобает Новому году. Не только дети, но и взрослые с интересом следили за происходящим на сцене и с нетерпением ждали елочный хоровод. Такая праздничная радость очень заразительна, и поэтому остаться безучастным невозможно. Тем более, когда появляются счастливые улыбки на лицах малышей. Для наших детей это очень большой праздник. Им интересно. Елка. Новый год – это все-таки семейные, детские, как вы говорите правильно, что и для маленьких, для больших, это все-таки праздник. Им хочется эта радость, чего в жизни так не хватает. Мальчики и девочки в этот вечер получали поздравления не только от взрослых, но и друг от друга. Здоровья и добра, успехов и благополучия, настоящие взрослые ценности звучали из детских уст настолько искренне и неожиданно серьезно, что сомнений в том, что они обязательно сбудутся у всех, кто пришел на елку в предпраздничный вечер, не возникает. Чтобы дети были жаркими, чтобы они меня все угощали, чтобы у них было очень много день рождения, чтобы они хорошо себя вели. Анастасия Стропко, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания Бук ТВ. Новый год – один из долгожданных праздников не только детей, но и взрослых. Это время чудес и необычных подарков, которые все ждут с нетерпением. Возможность почувствовать атмосферу тепла и уюта, а также подарить маленькую радость больным детям была у всех, кто решил провести несколько часов в бизнес-центре «Дидас Персия». Сегодня в комплексе прошла благотворительная акция «Соприкосновение сердец», инициированная общественным объединением «Наследие». Участие в празднике приняли воспитанники ведущих хореографических и вокальных студий города над Бугом и уже настоящие мэтры брестской сцены. О празднике счастья и радости расскажет Анастасия Ноздрин-Плотницкая.
Всего несколько дней осталось до Нового года, всеми любимого праздника, который приносит в каждый дом атмосферу тепла и спокойствия. Особенно в эти дни ждут чудо дети, которые по каким-либо причинам борются с тяжелейшими заболеваниями. Именно для таких ребят в бизнес-центре «Дидас Персия» общественное объединение «Наследие» организовало сказочную новогоднюю программу. Этим благотворительным мероприятием мы, по сути, завершаем наш благотворительный сезон ряда акций и мероприятий в череде этих дат добродетельств. Ну откуда появилась инициатива? Как обычно, изнутри из сердца вот что-то всполыхнуло, и мы решили для этих ребят, для подопечных многих общественных объединений, которые занимаются ребятами как с ограниченными возможностями, так и со сложной формой онкологических заболеваний, организовать сегодня по-настоящему праздник. Новогодний спектакль не оставил в зале равнодушных. Во время представления вместе с ребятами отправились разыскивать потерявшегося Дедушку Мороза и сказочные персонажи. Говорящие снеговики, привидения, лесные жители, которых с особым удовольствием играли также дети, воспитанники детской театральной студии «Волшебный фонарь» и танцевального коллектива «Белая Русь». Они боролись со злом и обидами, колдунами и разбойниками для того, чтобы счастливый Новый год пришел в каждый дом, для того, чтобы добро победило зло. Организаторы акции нашли поддержку во многих организациях города над Бугом, среди которых и Белорусский республиканский союз молодежи. Здесь сегодня в «Дидас Персия», организованным общественным объединением «Наследие», мы принимаем участие в этом мероприятии. И хочется отметить, что многие наши первичные организации Союза молодежи откликнулись на эту акцию, и одна из направлений — мы сегодня ребятам будем вручать тоже сладкие сувениры, призы, подарки, вот, ну и дарить детям тепло и радость. Конечно же, хотелось, чтобы ребята получали радость и тепло не только в преддверии праздничных дней, но на самом деле, чтобы эта работа имела системный характер, чтобы ребята, чем больше было на их лицах улыбок, скажем так, радости, тем больше было и на душе, и их родителям, и, соответственно, всему населению нашего города. Долгожданные Дед Мороз и Снегурочка вызвали огромное количество эмоций у участников мероприятия. Праздник соприкосновения сердец – это одна большая радость, которой организаторы поделились с гостями мероприятия, среди которых были подопечные социальных учреждений «Стимул» и «Веда», территориального центра социального обслуживания населения Московского района города Бреста, общественных объединений «Дети в беде» и «Сердце детям», Брестского городского общества инвалидов. Музыкальное представление не стало финальной точкой праздника. Дальше всех участников мероприятия ожидал красочный концерт, участниками которого стали как начинающие звездочки сцены, так и настоящие мэтры эстрады. Они с радостью поддержали инициативу. Будь то человек, или собачка, или кошечка, его нужно обогреть вниманием, теплотой. Особенно сейчас людям не хватает внимания. Век колокольчиков, как говорил один из поэтов. Век колокольчиков, и очень важно внимание. И, может быть, так даже не важны эти подарки, а то, что их пригласили, не обошли вниманием и участием, это очень важно для любой души. Анастасия Назрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания «БукТВ». Уже не первый год в защиту бездомных животных известные музыканты всего мира дают благотворительные концерты. Не остались в стороне и брестские исполнители. Порядка 7 музыкальных групп внесли свою лепту в доброе дело. Но желающих принять участие в благотворительном мероприятии было гораздо больше. Поэтому организаторы рок-концерта «Вместе за жизнь» приняли решение разбить акцию на несколько блоков. Кристина Купрякова побывала на одном из них. Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой, так сказал однажды Антон Павлович Чехов, и с ним согласилось немалое количество людей. Сегодня в одном зале собрались не только те, кто пришел послушать музыку, но и те, кто неравнодушен к судьбам бездомных животных, а своим участием в мероприятии они показали как можно большему количеству людей тоже не оставаться в стороне. Во всем мире в среде музыкантов уже давно сложилась добрая традиция – становиться на защиту бездомных животных. Исполнители проводят благотворительные акции и митинги в поддержку братьев наших меньших. Инициатива проведения концерта в Бресте принадлежит молодому начинающему музыканту и защитнику животных Илье Брестскому. В очередной раз свое надежное плечо в добром деле подставил вместе со своей доблестной командой руководитель Центра культуры и досуга в Южном Павел Харевич. Не остались безучастными такие исполнители, как Андрей Янушкевич и Дмитрий Бородаченков, руководитель дикерской группы. Этот концерт, вот именно этот концерт сегодняшний, да, он уникальный. В каком плане? В том плане, что в Беларуси, в принципе, не проходило концертов, когда вот, ну,
7 команд на одной сцене. Одни музыканты участвуют в благотворительных концертах впервые, другие – постоянные гости подобных мероприятий. В любом случае, все они делают благое дело, ведь собранные денежные средства пойдут в помощь неофициальному приюту для бездомных животных, который находится под опекой Брестского городского общественного объединения помощи животным «Доброта». Каждый человек должен, рано или поздно об этом задуматься, все равно мимо всего этого проходит, и рано или поздно какие-то мысли, по крайней мере, нормального человека, они возникают. Вот. И то, что у нас в Бресте организован такое заведение для, и есть волонтеры, которые занимаются этим, это безусловно хорошо. Когда-то любимые домашние питомцы по каким-то причинам оказываются выброшенными на улицу, на произвол судьбы. А ведь если бы в нас было чуть больше добра, бездомных животных было бы гораздо меньше. На память приходят строки: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Кристина Купрякова, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Последние дни уходящего года – время предпраздничной суеты и предновогоднего настроения. Ведь к заветной полуночи нужно успеть все – подготовить подарки близким друзьям, купить продукты к праздничному столу, украсить елку и продумать наряд и прическу для самой главной ночи в году. Наступающий 2014 год – это год синей деревянной лошади. Относительно недавно появилась традиция готовить блюда, покупать подарки и праздничную одежду, которые должны соответствовать покровителю года грядущего. Что собой символизируют грациозные лошадки? Какую прическу выбрать на новогодние торжества? Смотрите в нашем следующем сюжете. Если верить китайскому календарю, талисманом наступающего года станет синяя деревянная лошадь. Поэтому в преддверии новогодних праздников на прилавках с сувенирами, подарками и другими приятными мелочами очень часто можно встретить фигурки грациозных лошадок, изящных подков, бубенчиков и другой лошадиной атрибутики. Считается, что если повесить над входом в дом подкову, она принесет удачу в новом году. А что же символизирует собой сама лошадь? Лошадь – красивое, вольное животное. И год у нас будет красивый, успешный, так как лошадь символизирует у нас стремление к чему-то высокому. Ну и вот мы будем все стремиться хорошо жить, успешно, со всеми дружить, добиваться каких-то новых вершин. Кстати, составление праздничного меню может стать прекрасным стимулом для достижения этих самых вершин. Чем удивить гостей в самую главную ночь в году – вопрос, который волнует миллионы хозяек. Будет ли это мясо, приготовленное на огне, или запеченная рыба? В любом случае, лошадь – животное травоядное, любит щипать траву, а значит, в кулинарном шедевре должно быть много зелени. А она, как известно, является основой любого салата, которые также будут популярны на новогоднем столе. Классические салатики из овощей, французской горчицы, креветками, с соленой рыбой – все это присутствует в меню. По-другому быть не может, потому что все-таки лошадь – спортивное животное, а спорт – это всегда хорошо. Однако, если вы любите пищу посытнее, будьте осторожны. Чтобы новогодняя ночь не была омрачена проблемами со здоровьем, старайтесь не переедать. Обилие яств на праздничном столе может сыграть с вами злую шутку, и вместо приятных впечатлений получите полное разочарование от бесполезно проведенного времени. Ведь не зря говорят: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Мои рекомендации заключаются в том, чтобы на новогодний стол были какие-то легкие очень продукты, легкие напитки, которые не навредят здоровью человека. Если вы сомневаетесь, что пища достаточно тяжелая в новогоднюю ночь, то не забывайте про ферменты, которые вам помогут легче перенести избыток питания в ненормированное для вас время. Итак, подарки, украшения готовы, стол накрыт, осталось самим облачиться в праздничный наряд. Как вы уже догадались, встречать год синей лошади советуют в одежде от голубого до насыщенного цвета индиго. Однако главное, чтобы ваше платье или костюм вас не стесняли, ведь лошадь – животное свободолюбивое. Ну и, конечно, любой образ новогоднюю ночь удачно дополнит эффектная прическа. В этом году парикмахеры советуют поэкспериментировать со своими волосами. Конский хвост, роскошные локоны или идеально прямые волосы. Неважно, какую прическу выберете в Новый год. Главное – быть в хорошем настроении. И тогда любая женщина будет выглядеть великолепно. Виктория Драгобецкая, Александр Воронин, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Это была завершающая информация выпуска. Сейчас о том, какую погоду обещают нам синоптики на завтрашний день.
Партнер сегодняшнего выпуска прогноза погоды – фестиваль «Ярмарка товаров Востока», который проходит в Бресте в кинотеатре «Беларусь». Только до 5 января новогодние товары, сувениры, украшения, одежда, текстиль, чай и кофе, специи и сладости. Приходите на фестиваль «Ярмарку товаров Востока. Брест. Кинотеатр «Беларусь». Время работы с 11 утра до 20 вечера. В предстоящие выходные погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. На Брещине в воскресенье будет тепло и солнечно, обойдется без существенных осадков. Местами дороги останутся скользкими. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 4-6, максимальная днем 8 градусов выше нуля. В понедельник, 30 декабря, перемещающийся через территорию Беларуси малоактивный фронтальный раздел обусловит в Брестском регионе пасмурную погоду. Ночью и утром прогнозируется слабый гололед, туман. Некоторые участки дорог окажутся скользкими. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 4-6 градусов выше нуля. Таковы прогнозы синоптиков. А я напомню, что партнером сегодняшнего выпуска прогноза погоды выступил фестиваль «Ярмарка товаров Востока», который проходит в Бресте в кинотеатре «Беларусь». Новогодние товары, сувениры, украшения, одежда, текстиль, чай, кофе, специи и сладости. Фестиваль «Ярмарка товаров Востока» приглашает в Брестский кинотеатр «Беларусь». Время работы с 11 до 20 часов. И к этому часу это все новости, которые собрали наши корреспонденты. Смотрите нас в вечернем эфире в 19:40 и 22:50, и вы узнаете о главных событиях, которые происходят на Брещине. С актуальной информацией вас познакомила Татьяна Романюк. До свидания, до встречи в эфире.